Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может, целый миллион. Что значит «наши имена»? Кипятош, я вот сказки перечитать решила. Детские, забытые. Это дело хорошее. Малыши в сказках один смысл видят, те, кто постарше, другой, а взрослые... Погоди, я вот чего спросить хотела. У одних персонажей нормальные имена. Ну там Иванушка, Аленушка. Да, причем имена в сказках часто повторяются. Ну а почему тогда у других какие-то странные? Например, Зорька, Вечерка. А это имена, которые особые функции несут. И персонажи эти не совсем люди. А Златовласка? Ее имя – это ее отличие от всех остальных, как, скажем, Белоснежка или Золушка. Точно! Слушай, а почему нет таких имен на самом деле? Приходишь в школу, а там к доске Белоснежка. А ты, Златовласка, сделала уроки? Ты фантазерка. Только вот как сокращать такие имена? Златовласка – это Злата? Не-не, погоди, Злата – это настоящее имя, реально существующее. Ой, я и не подумала. Ай-яй-яй, а ведь это имя встречается сейчас все чаще. А оно действительно от слова «золото» произошло? Конечно. Имя славянского происхождения встречается в Болгарии, Сербии, Чехии. Ух ты! В Болгарии даже есть мужская версия – Златко. Правда? А я и не знала. А вообще есть родственное имя греческого происхождения – Хрис. Это что ли золото по-гречески? Ага, вот и есть имена – Хрис и Хриса или Хрисия. Да я тут с тобой в именах разбираюсь, заодно и латынь с греческим выучу. А что, Веснушечка, может пригодится? Слушай, а знаменитостей каких-нибудь с именем Злата ты знаешь? Конечно. Вот недавно мы смотрели запись оперы, которую в Мариинском театре поставили. А, в Петербурге, да? Да, вот там поет Злата Булычева. Ох, значит, певица оперная. А еще есть Злата Дзарданова, тоже певица. Выходит, имя такое музыкальное, да, Кипятоша? Точно, Веснушка. И немного сказочное. Что значит «наши имена»?